Два человека стали жертвами наводнений в Южной Америке. Около 400 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Почти 300 тысяч жителей эвакуированы в Парагвае, 50 тысяч в Бразилии и около 12 тысяч в Аргентине. Больше всего пострадала столица Парагвая – Асунсьон. Местные власти объявили, что положение в городе близко к катастрофическому. Из Асунсьона уже вывезли почти 76 тысяч человек. При этом синоптики прогнозируют, что уровень воды в реках постепенно будет снижаться. Однако в конце года, в традиционный сезон дождей, парагвайцев вновь ждут сильные наводнения, в связи с чем эвакуированные вряд ли смогут возвратиться в свои дома.